Несколько десятков творческих коллективов, более сотни участников. В первый же день на кастинг артистов для церемонии открытия и закрытия универсиады записалось множество танцоров-непрофессионалов. Именно для них организовали открытый смотр, который затянулся до позднего вечера. Немножко непривычно, когда зал пустой. То есть мы вроде бы мы привыкли выступать для большого количества, но там все поддерживают, хлопают, а здесь тишина, и мы такие, что-то не так, что-то это. Ну, то есть, ну, мы старались, мы там эмоции, не эмоции, вот, все это решили показать. Выложились, выкладывались, мы старались. Отбором претендентов занималась квалифицированная жюри, в которое вошли и выдающиеся красноярские деятели сцены, и московские хореографы. Мария Раскина совсем недавно ставила танцевальную программу церемонии чемпионата мира по футболу, который проходил этим летом в России. Теперь займется постановкой торжественной части универсиады. Уверяет, что будет не менее феерично, тем более, что мастерство красноярских танцоров-любителей оказалось на высоком уровне. Мы очень довольны, мы увидели несколько красочных номеров. В принципе, это то, что мы хотели увидеть. Это современные танцы, это молодежь, это крутые коллективы, это как раз то, что мы ждем, и то, что мы хотим показать на церемонии открытия крутых молодых танцующих ребят. Кастинги, церемонии открытия и закрытия игр только начались. Они будут проводиться до конца года, поэтому каждый желающий в течение октября еще успевает подать заявку в дирекцию Красноярской универсиады. Евгения Шелковникова, Андрей Крупнов, Енисей. Новости.